Смена знаменной группы «Сцилла». Военная выправка и стать, несмотря на юный возраст. Уже 4 десятилетия военно-патриотический клуб «Резерв» словно магнит для молодых людей. За 40 лет, которые быстро миновали, у нас 4600 по учету прошли обучение в нашем военно-патриотическом клубе. Из них 300, около того, этой цифры, стали сначала курсантами, а потом офицерами военных вузов. Подростки проходят не только серьезный теоретический курс, но и посещают ведущие военные вузы нашей страны. Это уникальная возможность примерить курсантский быт. Было множество выездов. Это и Смоленское училище ПВО, и это в Санкт-Петербург, в корпус Петра Великого. Также к нам приезжают на занятия в дворец разные люди, это полковники, генералы. «Резерв» – один из старейших военно-патриотических клубов в нашей стране. Он по праву гордится своими традициями. От имени губернатора юбиляров поздравил заместитель главы региона Александр Жигунов. Желаю всем мирного неба, счастья. И чтобы вы жили долго, счастливо, приумножали самые лучшие традиции нашего российского народа. Добрые слова и поздравления, как и положено на празднике. Среди награжденных немало бывших воспитанников резерва. Сегодня они курсанты военных вузов. Служба Отечеству стала их призванием, но первых наставников не забывают. В резерв я пришла в классе, наверное, седьмом. Меня отправил домой учитель ОБЖ и сказал: едь туда, там, если ты хочешь поступать в военное училище, там тебя всему обучат, покажут. И запомнилось мне, конечно же, все, потому что каждое занятие, оно было своеобразно. На море, в небе и на суше воспитанники резерва несут службу на Северном и Тихоокеанском, Балтийском и Черноморском флотах. В Калининграде, на Дальнем Востоке и в Заполярье брянские ребята. Благодаря тому, что 40 лет вы занимаетесь этой работой, и, возможно, связь поколений, возможно, связь тех, кто воевал, кто защищал нашу родину, представлял интересы нашей страны в Афганистане, кто участвовал в операциях в Чечне, кто способствует тому, что мы помним подвиг наших дедов, что мы помним великую победу в Великой Отечественной войне. Героическая брянская земля воспитала немало достойных сыновей, тех, кто самоотверженно в разные годы защищал нашу родину. Мне кажется порою, что солдат. Не со страниц книг, из уст героев новое поколение узнает об ужасах войны и великом подвиге. Вы – наше будущее. Вы – продолжатели наших славных традиций отцов, дедов и прадедов. Вы – преемники наших традиций и наша смена. Усвоенные уроки истории – прочный фундамент для будущего великой страны. Елена Лыщицкая, Сергей Дюков. События Брянск.